Обзор самых важных игровых релизов. Каждый раз мы получаем продукт, который нуждается в доработке. И каждый раз все равно на сотню-другую часов выпадаем из жизни. Тщательный анализ. Местами происходящее по эпичности обходит пресловутый седьмой эпизод киносаги. Все плюсы. Dying Light получилось чуть ли не лучшим продуктом среди себе подобных. И минусы любимых игр. Без недостатков не обошлось, но плюсов, несомненно, больше. Присоединяйся к нам. Far Cry Primal получилась очень большой, насыщенной и необычной игрой. И вынеси свой вердикт. Только на Game Show.